По поводу вот, нашего полигона твердых отходов. На сегодняшний день запланирован полигон твердых отходов в районе города Назарово. Вот наш полигон еще 2 года, министерство с прокуратурой обследовали, дали разрешение, еще на 2 года можно использовать. Почему так? И мы будем возить мусор с города Ачинска за 130, ну сколько, за Назарово 30, там, за 60 километров. Стоимость какая получается? Сумасшедшая. Почему не в Ачинске? Да потому что не в Ачинске, что у нас нет земельного участка. В Назаровском районе 20 гектар земельного участка выведено из сельхозназначения и предназначается для этого строительства. Компания «Кашалот» собирается строить. У нас вот, я, конечно, в район не обращался, а в городе городская власть. Мы не можем это сделать. Не разговаривал с министром. Да не вопрос. Решайте вопрос 20 гектаров. Мне без разницы, где деньги. Или в Ачинске, или в Назарово. Стройте полигон, вопросов нету. Вот он никого этот вопрос еще не задел. Но на самом деле жители-то, у нас коснется эта тема для жителей. Или платить, к примеру, 5 рублей, или 15 рублей.